вот уже больше 70 лет. Для каждого студента ЮРГУ путь к учебе начинается с этой тяжелой двери. Здравствуйте. Наконец, мы в самом сердце университета. Давайте узнаем, с каким настроем преподаватели и студенты ЮРГУ пришли на первые пары в учебном году. Вообще, поступая на первый курс, конечно, это всегда волнение. Очень-очень необычное чувство из-за того, что ты первый раз за много лет пойдешь не в школу, а в какое-то, во-первых, другое заведение. Но это приятное волнение. Все взвинченные, всего боятся, ребята, у меня первый курс. Вот, поэтому приходится, наоборот, и себя успокаивать, и ребят успокаивать. Я все лето работала, поэтому для меня сейчас учеба – это как-то даже проще, чем работа. Я готова учиться уже. Ну, я надеюсь, что преподаватели будут интересны. Нам кураторы уже сказали, что у нас очень хорошие преподаватели нам попались. Я надеюсь, что будут очень интересные лекции. Я буду с удовольствием их слушать. Ну, ребят, настроение очень хорошее, боевое. И даже вот это вот жаркое лето, видимо, они хорошо отдохнули. Они рвутся в бой, хотят получить новые знания. Все здесь незнакомые. Знакомые люди, но незнакомые помещения, незнакомые все эти кафедры, слова очень... Я до сих пор не различаю проректор, ректор, декан, что это такое. Поздравляю вас за 1 сентября. И я очень рад, это мой первый год в этот город. И... Очень приятно. 1 сентября – это новые встречи, новые знакомства, это улыбки. И я желаю всем студентам, и те, которые пришли на первый курс, и те, которые продолжают учиться, успехов в учебе, успехов в научной деятельности и, в конечном счете, успеха и счастья в жизни. 1 сентября для меня, как для первокурсницы, это увесистый и тернистый путь не только к новым знаниям, но и кабинет. 1 сентября – это повод перезагрузить голову. 1 сентября – это для меня, как для первокурсницы, прежде всего волнение. Я считаю, что 1 сентября – это начало новой жизни. Для меня 1 сентября – это праздник. 1 сентября – это новые впечатления. 1 сентября – это отличный повод стать новым человеком.